Театральная жизнь в Одессе началась через несколько лет после основания города. Первые строки в творческую биографию нашего города вписала московская труппа антрепренера Фортунатова оперой Фрейлиха «Новое семейство». А было это около полутора веков тому назад, 10 февраля 1810 года, на торжественном открытии старого Одесского театра, построенного по проекту петербургского зодчего Тамона. Нашему городу было тогда всего 15 лет и проживало в нем около 13 тысяч человек. Старый театр оставил в памяти потомков неизгладимый след. Это в нем в разные годы бывали Пушкин, Адам Мицкевич, Белинский, Гоголь, Островский. А как не вспомнить строки из Евгения Онегина, написанные великим поэтом о нашем театре? Помните: «Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы баловень Орфей». Шли годы. В ночь с 1 на 2 января 1873 года от газового рожка, установленного под часами фасадной части театра, возник пожар. Огонь был замечен слишком поздно, театр сгорел дотла. А через 11 лет, 16 сентября 1884 года, на этом же месте, по проекту венских архитекторов Фельнера и Гельмера, состоялась закладка нового здания. И 1 октября 1887 года театр был торжественно открыт. К тому времени отечественная оперная культура достигла высокого развития. В крупных городах России ставились оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» Глинки, «Русалка» Дагомышского, «Псковитянка», «Снегурочка» и «Майская ночь» Римского-Корсакова, «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички» Чайковского. Новый театр впечатлял своими размерами. Зрительный зал на 1700 мест, площадь сцены 500 квадратных метров. Но самым ценным качеством театра является акустика зрительного зала. Она подобна звучанию скрипки Страдивариуса. Очутившись в театре, зритель словно попадает в чарующий плен звуков и их тончайших нюансов. Ко дню торжественного открытия театра была подготовлена специальная программа. Кроме пролога, написанного местным композитором Лишиным, были показаны сцены из оперы «Борис Годунов» и третий акт спектакля «Горе от ума». 19 января 1893 года в театре впервые была показана жемчужина русского оперного искусства «Пиковая дама». На премьере присутствует автор Петр Ильич Чайковский. Успех был полный. Бурная овация раздалась в этом зале, когда Мария Зиньковецкая преподнесла Чайковскому от имени украинской труппы серебряный венок с позолоченными листьями и надписью «Смертные бессмертному». А уже через несколько дней на спектакле украинской труппы Чайковский преподнес Марии Зиньковецкой серебряный венок с надписью «Бессмертный от смертного». Приезд Чайковского совпал с пребыванием в Одессе выдающегося деятеля украинской культуры Николая Витальевича Лысенко, приехавшего на гастроли с хоровой капеллой. 1894 год. На сцене театра идет опера «Майская ночь». На спектакле присутствует автор
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 1899 год. Одесситы впервые услышали голоса Федора Ивановича Шаляпина и Леонида Витальевича Сугунова. Под Одессой родилась и в Одессе начинала свой творческий путь волшебница оперной сцены Антонина Васильевна Нежданова. После крупного успеха в Италии здесь выступает талантливая украинская певица Соломія Крушельницкая. Со дня открытия театра прошло более 80 лет. Его любят не только одесситы, но и многочисленные гости, приезжающие к нам из разных городов и республик страны. Артисты театра – частые гости рабочих, сельских клубов. Здесь трудится большой творческий коллектив, способный создавать спектакли, достойные нашей эпохи. С Одесским оперным связаны многие имена музыкантов, актеров, дирижеров, прославивших наше отечественное искусство. Фильм наш расскажет лишь о некоторых ведущих актерах оперного и балетного искусства. Ведущая солистка театра, народная артистка Советского Союза Нинель Ткаченко. Этого высокого звания она была удостоена через 6 лет после окончания консерватории. Послушайте в ее исполнении арию Ярославны из оперы «Бородина» «Князь Игорь». Oh!
Ольга Николаевна Благовидова пришла на сцену нашего театра в 30-е довоенные годы. Сейчас Ольга Николаевна – народная артистка республики, заслуженный деятель искусств, профессор Государственной консерватории имени Неждановой. Ольга Николаевна, как создавался и формировался репертуар в те 30-е годы? Прежде чем ответить на ваш вопрос, мне бы очень хотелось вспомнить тех людей, которые формировали эту репертуарную политику. За пультом стояли такие великолепные музыканты, как Столерман, Прибик. Работали выдающиеся русские режиссеры Лоски, Лапицкий, Гречнев, Боголюбов. Здесь звучал голос Неждановой. Здесь были частыми гостями Литвиненко, Вальгемут, Поторжинский. Кроме того, здесь формировалась и росла большая группа будущих народных артистов. Валиковская, Данченко, Савченко Николай Петрович, Тоцкий, Попова, Ильин. Все художники работали, Иван Семенович Назаров, оформивший очень много спектаклей, Петр Фанач Слачевский, который по сей день работает в нашем театре. И вот вся эта группа, весь этот коллектив, дружный, очень творчески мобилизованный, он и создавал те хорошие традиции, благодаря которым наш оперный театр стал одним из ведущих оперных театров в нашей стране. Мы ставили здесь лучшие образцы русской классики, зарубежной. Ну, Глинка, Руслана Людмила, Иван Сусанин. Чайковский был представлен Мазепой, Пиковой дамой. Из оперы Римского-Корсакова шли Снегурочка, Царская невеста. Зарубежные оперы — это Лоенгрин, имевший очень большой успех, очень интересный спектакль был, Трубадур. Но, кроме того, это был период становления советской оперы. И поэтому, конечно, наш оперный театр не мог остаться в стороне от этого. И здесь мы показывали «Поднятую целину», «Тихий дон» Дзержинского, «Броненосец Потемкин», целый ряд других еще советских опер. Ольга Николаевна и сейчас не порывает с театром. Собственно, здесь поют ее ученики. Пожалуй, вообще трудно назвать оперную сцену страны, где бы не звучали голоса ваших учеников, не так ли? Да, пожалуй, вы правы. Но прежде всего мне бы хотелось сказать о Белле Руденко, народной артистке Советского Союза, лауреате Государственной премии, и народной артистке Украины Зои Христич. Ну, это заслуженная артистка Азербайджанская ССР Пиама Василевская. В Ереване поет заслуженная артистка Марта Терзиан. Поют мои ученики и ученицы в Харькове, во Львове, в Перми, в Челябинске, в Свердловске, в Саратове и в целом ряде еще других городов. Ну, наконец, на сцене нашего театра. Мы слушаем с вами, надеюсь, с удовольствием. Да, заслуженных артисток Таю Мороз, Валю Олейникову, лауреата международных конкурсов Алису Джимагартян, лауреата международных конкурсов Колю Агренича. Заслуженного артиста республики. Мне бы очень хотелось обратиться ко всем тем, кто нас сейчас смотрит и слушает. Пожалуйста, пожалуйста. Любите серьезное искусство. Любите оперную музыку. С ней человек становится многограннее, становится чище, становится лучше. С ней жить очень интересно. Профессор Благовидовый. Заслуженный артист Украинской ССР, лауреат международных конкурсов. Победа на 4-м международном конкурсе имени Чайковского, проходившего в 1970 году в Москве, вывела Агренича в число ведущих вокалистов страны. Послушайте в его исполнении арию «Багуна» из оперы Данкевича «Богдан Хмельницкий».
Балетная труппа нашего театра организована в 1923 году, а первым ее спектаклем был балет Чайковского «Лебединое озеро». Трудно перечислить названия всех балетов и имена композиторов, чьи спектакли были поставлены на одесской сцене, имена солистов и балетмейстеров, прославивших наш балет. Но нам приятно напомнить, что в 1928 году балет «Красный цветок» поставил работавший тогда в нашем театре ныне народный артист Советского Союза Павел Вирский, что в 30-е годы концертмейстером балета был ныне народный артист Советского Союза Святослав Рихтер, что балет Данкевича «Лилея», Русинова «Олеся» и ряд других спектаклей поставил работавший в Одессе в послевоенные годы ныне народный артист Советского Союза Вахтанг Вронский. И в наши дни в театре трудится целая плеяда талантливых мастеров хореографического искусства. В балете Каракараева «Тропою грома» Антипова и Новицкая исполняют заглавные партии. Они выпускники Одесской балетной школы, работают в театре более 10 лет. Адажио из третьего акта балета Каракараева «Тропою грома». Сари Светлана Антипова, Ленни Виктор Новицкий.
Юрченко. Татьяны... Театра Анатолий Макаров. В прошлом рабочий, токарь одного из черкасских заводов. Сегодня заслуженный артист республики, воспитанник Киевской консерватории. Дебютировал на сцене нашего театра в партии Тонио в опере Леонкавала «Паяцци». Ария Бориса из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Тайные подкопы, плат и мор, и трусы на заре.
супруги Максименко. Алла Борисовна, преподаватель Института связи. Валентин Семенович, старший научный сотрудник Украинской академии наук. Мы знаем, что и вы здесь бываете очень часто. Простите за банальный вопрос. Почему? Ну, наверное, прежде всего, потому что мы очень любим музыку. Но не только поэтому, скажем, любовь к музыке можно реализовывать и коллекционированием пластинок. И тем не менее мы приходим сюда. Приходим сюда, наверное, потому что ищем этот вечный контакт между исполнителем и слушателем, благодаря которому, мне кажется, театру не страшны никакие соперники, не такие грозные, как кино и даже телевидение. Ну и, наверное, еще именно в наш театр мы приходим потому, что у него неповторимая обаятельная архитектура, и в 10-й, в 20-й, 50-й и 500-й раз она производит такое же прекрасное впечатление, как и в первый раз. И во всем этом, конечно, наверное, есть рациональное зерно и в одном, и в другом, и в третьем, о чем я говорил. Но, наверное, есть еще что-то необъяснимое, что называют обычно магией театра, и что приводит нас сюда. И здесь, наверное, больше правды, чем в том, что было сказано раньше. Благодарю вас. Спасибо, что вы не отказались побеседовать с нами. Солисты балета, заслуженная артистка республики Сильва Вальтер и заслуженный артист республики, лауреат премии имени Багрицкого Павел Фомин. Они с успехом выступают не только на одесской сцене, с их искусством знакомы зрители Москвы, Ленинграда, Болгарии, Финляндии. Посмотрите адажио из балета Адана «Жизель». Жизель, Сильва Вальтер, Альберт, Павел Фомин.
Мы уже сказали вам о том, что со дня открытия театра прошло более 80 лет. Так вот, 42 года из них в нашем театре работает билетер тетя Аня Егошина. Правда, Анна Петровна? Да, если бы мне еще пришлось работать 40 лет, я бы с удовольствием отдала ему, потому что от него оторваться невозможно. А что же вас так привязало к театру? Люблю зрителя. Но только настоящего, музыкального зрителя, который понимает наше искусство и ценит его. Анна Петровна, я от души вам желаю еще долгих-долгих лет встречи с настоящими зрителями. Спасибо большое за интервью. Извините, что оторвали от работы. Сейчас вы услышите квартет из третьего акта оперы Верди «Риголетто». Роли исполняют Джильда, выпускница Одесской консерватории, заслуженная артистка республики Таисия Мороз. Маддалена, лауреат республиканского и международного конкурсов Алисия Джамагартян. Риголетто, заслуженный артист республики, выпускник Свердловской консерватории Валентин Анисимов. Герцог Павел Неваленный. До поступления в Ленинградскую консерваторию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве удостоен звания лауреата. Какая ручка нежная! Не стыдно, то смеется! О нет! Не верю! Целуй меня! Ты пьяный! Я пьян тобою! Ты, милый, без сомнения, смеешься надо мной! Нет, будь моей женой! Слово не верю! Люблю тебя без меры! Еще не веришь ты! Прощай, не верю! Еще не веришь ты! Прощай, не верю! Полодая, я твой раб на все готовый. Ты одним, одним своим лицом можешь боль души моей. Знойной страстью и волненья не сдержать. И одним, одним своим лицом можешь боль души моей. Субтитры сделал DimaTorzok.
кабинете главного дирижера театра Бориса Грузина. Борис Ефимович, мы знаем, что вы сравнительно недавно работаете в нашем театре, всего 4-й сезон. Какие, с вашей точки зрения, произошли наиболее знаменательные события в жизни коллектива за этот период? Создание любого нового спектакля для коллектива театра – это огромное, знаменательное событие. К нему готовится весь театр и ждет его с нетерпением. Может быть, в этом счастье нашей профессии. В 70-м году, впервые в истории театра, наш коллектив был на гастролях в Москве. Мы очень волновались, тем более, что нам предоставили возможность играть в Кремлевском дворце съездов. Изыскательная московская публика и критика высоко оценила наше выступление в Москве. На следующий год мы были участниками фестиваля «Варнинское лето». А некоторое время спустя с удовольствием принимали у себя коллектив Варнинской народной оперы, с которой мы давно поддерживаем дружественные отношения. Мы побывали в Финляндии, в Румынии и по-прежнему поддерживаем творческие и дружественные контакты с нашими коллегами из театров союзных республик. И еще только один вопрос. Каковы творческие планы ближайшие театра? Мы думаем поставить у себя оперу Мусоргского «Хованщина». Но вы представляете огромность, что ли, этой работы, поэтому мы не будем торопиться с выпуском этого спектакля, мы хотим побольше подумать над этой оперой. Сейчас же оперная труппа готовит выпуск нового спектакля по опере английского композитора Алана Буша «Джонни из Гвианы». Балетная труппа театра готовится к постановке балета на музыку одесского композитора Юрия Знатокова по драме классика украинской литературы Ивана Кочерги «Свечки на свадьбу». Вот такие наши ближайшие спектакли. Спасибо большое. Нам остается только пожелать, чтобы каждый спектакль действительно был бы праздником для ваших зрителей. Тем праздником, о котором нам сегодня говорили зрители, присутствующие именно на этом.